папа сказал, надо снимать горизонтальное видео. А вертикальное, говорит, не видно, что происходит по бокам. Хочется видеть, что происходит. Что происходит по бокам. А я вот ему сниму. Вот, пап. Что происходит по бокам. А теперь еще вот что происходит спереди. Это будет дорога от нашего нового места пребывания. Вот там, на солнечном этаже, дорога будет к морю. Сняли специально поближе к морю, потому что считаем, первое время следует насладиться атмосферой курорта, пляжа, праздника. Когда ты выходишь на пляж, там постоянно происходят какие-то события, новые люди, йога, гимнастика, свадьбы, духовные практики, музыканты, гитара, саксофон, барабаны, какие-то буддийские танцы. И это там происходит практически постоянно, с 6 утра и до позднего вечера. И это интересно наблюдать, когда туда приходишь и жить хочется сразу. А можно снять номер 10 минут, так, 20 минутах езды на байке от моря, гораздо дешевле. Ну почему-то так не сделали. Ну вот дорога на пляж получается, что-то. Сказали, вот эта вот соседняя кафешка принадлежит хозяину того домика, где мы будем снимать, и мы на вот этих будем бесплатно загорать. А вот оно море. Это вот Диана. Диана осталась загорать, а я пошел на турники. А на турники идти километра 3, скажу я вам. Мое любимое местушко. Обратно с музыкой окунулся, позанимался.
I'm so sorry. Really. My birthday is very bad, so I'm looking Israel girlfriend, so she's not coming. It's very big money. Everyday food, everyday sleep, Israel girl. Everyday full body massage. Yeah, really. Вот так прошел наш день, но он еще не закончился, горизонтальный. А еще наш дом красивый. Покупались, приняли душ, шли есть шаурму.